Звезда «Сумерек» отдыхает на нудистском пляже. Актриса Эшли Грин, известная по роли Элис в саге «Сумерки», показала фото с нудистского пляжа. После свадьбы актриса Эшли Грин с супругом Полом Каури отправились в медовый месяц на Гавайи. Там пара отдыхает на диких пляжах. Соответственный снимок опубликовала на своей инстаграм-странице сама актриса. На фото Грин сидит спиной к камере, повернувшись в профиль, поставив локти на колени и прикрыв грудь. Этот кадр актриса подписала словами «С ним я дикая и свободная». Также пара проводит время в лучших традициях Гавайских островов, посещая водопады и примеряя бусы. Пара встречалась с 2013 года и недавно поженилась. Ранее Джамала опубликовала откровенное видео. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.